Мой проект называется «Камчатка в лицах». Представляет из себя проведение фестиваля граффити на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. В рамках проекта на внешних стенах домов и поверхностях будут изображены портреты выдающихся личностей или исторические события Камчатки с помощью аэрозольной краски стрит-арт. А также у стрит-артов будут установлены таблички с QR-кодами, считав которые горожане и гости края смогут более подробно ознакомиться с событиями и личностью, которые будут изображены на стене. Основные цели моего проекта – это привлечение внимания общественности к проблемам досуга молодежи, в частности, к субкультуре граффити, поддержка талантливой молодежи и развитие творческих способностей, а также популяризация граффити как молодежного вида искусства. Основная цель – это привлечение внимания горожан и туристов к истории города и края и их развитию.